Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Продолжаем играть в Fallout Shelter. Забираем здесь все, и у меня, смотрю, появился малыш. Назовем его Дэвис. Отлично. Так, у меня здесь, смотрю, появилось новое какое-то здание, которое я могу построить. Это оружейная мастерская, стоит 800 крыжек, но крыжечек-то у меня нету. У меня вообще с ними полная проблема, 71 всего лишь штука. Это никуда не годится. Нам нужно их зарабатывать, причем очень и очень быстро. Так, и еще у нас, ребята, проблема с едой. С водой мы как-то еще более-менее стабилизировались. Так, подожди-ка, дайте-ка мне взять. Паренек опять тырить. Как-то он ходит не в такт руками, не в такт своему движению он двигает. Так, давайте девушку сюда. Что такое? Нападение рат тараканов. Так, у меня что, и некого отправить? Так, пятый уровень получает. Ну что, давай, иди. Блин, они наверх уже перемещаются. Ну ладно, короче, сейчас они и сверху. Все, тут уже их нету. Блин, они еще и в эту зашли, а? В лабораторию. Ну куда, куда вы побежали? Вы уже там не нужны, а? О, они и здесь уже. Елки-палки, это скин бегает. Бомбит. Так, подлечили. Ну, справитесь вы вдвоем-то. Ну-ка, давайте-ка вам в помощь барышню забросим еще одну. Так, их здесь трое, этих тараканов. Скин где-то машет, непонятно где вообще. Надо, наверное, а, у меня нет пока, ребята, никакого нормального оружия, поэтому приходится вот такой фигней драться. От этого слишком долго у нас идут бои. Ну, последнего таракана вы завалите или нет? Так, седьмой уровень получает медик у меня. Все, отбились. С горем пополам. Слушайте, я не помню, они же вроде бы во время паники разбегаются все, а когда она заканчивается, они автоматически все должны идти на свои места. Или я что-то путаю? Нет, по-моему, так оно и есть. Ну все, эти у меня на своих местах, эти на своих. Все пока под контролем. Единственное, что опять же проблема с едой, ребята. Что у нас здесь? Ага, отправить, собрать. Все с крышками связано. Так, а задания у нас какие? Брюхан. Угу. Давайте, может быть, сходим все-таки на брюхана. Так, один у меня есть в запасе. Давайте, наверное, все возьмем. Неизвестно, что нас там ожидает. Так, второй у нас будет. Где мои самые лучшие воины? Так, Александр, по-моему, да? Так, и поставить-то ему нечего. Он со своим ружьишком доисторическим будет бегать. И, наверное, вот ее. Куртка, куртка тоже, кстати, фуфловая, но... Так, начинаем сразу с вами. Тратим одну ядерколу. Не будем долго ждать. И мы уже с вами на месте. Ух, так, что там интересно за брюхан такой, а? Найти брюхана. Так, узнать больше о брюхане. Что это вообще за брюхан такой? Я что-то, честно говоря, не помню. Так. Надеюсь, здесь у нас будут легкие враги, какие-нибудь тараканы. Ну, на худой конец рейдеры. Ну да, тараканы. С ними мы должны, в принципе, быстро разобраться. Так, да отойди ты, мне не видно, что там у тебя. Вперед, назад пути нет, кричит он. Так, ага, увеличительное стекло мы получили. И опять же... А, нет, не тараканы. Это кто у нас? Это катакрыс, по-моему. Так их называют. Ну, как же они все-таки долго у меня подготавливаются к очередному выстрелу. Ну, победили. Так, один остался, отлично. Антирадин мне дали. Да что такое, теперь будут в каждой комнате, что ли, поэтому по врагу? А здесь даже босик тараканов вышел. Радиоактивный гаденыш. Ну, давай, стреляй. Все, забомбили, умнички. Оу, детка. Он такой радостный, типа она нашла ружбайку. Так, ну-ка давай-ка глянем. Ну, как мы видим, мое ружьишко будет получше. Оно все-таки улучшенное. А там просто охотничье ружье.
Так, опять у нас выпадают эти, как их там, крысокроты. Ну, давайте стрелять. И что ж вы так долго-то, а? Ну, девчонки, вообще пистолет никчемный, если честно. Очень мало наносит дамага. Так, мы будем... Подарки радостные такой. Так, мы будем с вами долго тут телепунькаться. Так, следующая комната. Давайте глянем, что здесь. Да, действительно, в каждой комнате эти тараканы. Ну, а дальше-то какие будут враги у нас? Всякие гули, когти смерти. Ой, как вспомнишь, рейдеры. Ну, добить-то что, не можете, что ли, этого таракана? Все, молодцы. Так, что у нас тут? Пистолетик никчемный. И шприцы. Это наверняка пригодится. Да не наверняка, а пригодится. Ну, хоть здесь никого нет. Давайте лутать. Изолента. И что там, не видно? Ага, вот. Крышки. 90 крышечек мы собрали. А нам нужно, по-моему, 800. Да что такое-то? Я никак не могу это. Может быть, камерой управлять не мышкой, а стрелочками? Так, давайте здесь залутаем. Ага, еще одно ружишко нам достается. Так, на нас напал брюхан. Уцелеть удалось только мне. Но не спрашивайте о том, как он выглядел. Я прятался в шкафу, но за ним остается след из кексов. Просто идите по этому вкуснейшему следу. Так, что нам взять? То нам понадобится. Так, давайте мы ее, наверное, возьмем к себе в убежище. Тебе нужен дом. Можешь перебраться к нам в убежище. Правда, убежище. Отлично, там наверняка никаких брюханов нету. Уж брюханов там точно нету. И вот мы получаем с вами ланчбокс. Я надеюсь, из него выпадут какие-нибудь вкусняшки. Так, опять очередные у нас тараканы. Давайте по-быстренькому их расколбасим. Там, я смотрю, у нас на шкафу лутик лежит. Сейчас мы его возьмем. Ага, один стимпак. Ладушки, погнали с вами дальше. Это, по-моему, у нас последняя комнатка. И здесь... А, гули! Вот, стоило про них вспомнить, как они тут, как тут. Так, вот этого парнишку надо подлечить. Иначе он может тут крякнуть. Так, вот у гулей есть... одна способность. Они заражают радиацией моих персонажей. Это очень плохо. Ну что вы, елки-палки. Нет, оружие нужно менять. И это однозначно, ребята. Потому что слишком слабенький дамаг у нас. Так, какой-то обрез. Давайте глянем. Где он? Так, на 6. Но зато на твердую шестерку он идет. А у меня 5-7. Так, а здесь 7. Так что ружишка получается не особо хорошая. Ё-моё, я думал, что у нас все, комнаты закончились. А как бы не так. Ух, ну-ка, кританем, нет? 1,25 к критическому удару. Ну да ладно. У тебя пожевать что-нибудь есть? Да, конечно, у меня полные карманы. Я пришел сюда бомбить, а не кушать. Так, вентилятор мы с вами зарабатываем. Блин, таракана забыл проверить. В нем наверняка крышки. Да можете вы отойти-то, а? Теперь назад. Да, в нем были крышки. И причем неплохо, 80 крышек в нем было. Спускаемся сюда с вами пониже. Так, это у нас уже... А, еще две комнаты будут. Опять гули. Ладно, с ними сейчас мы быстренько должны разобраться. Так, надо подхилиться, малька. Да, и броники у них тоже очень слабые. Ну да ничего, ребята, поверьте мне, мы с вами найдем еще нормальное оружие, нормальную броню. И приоденемся. И уже будем им тут всех таких люлей давать. Ну, так, шкаф залутать надо будет, это по любасу. Опять увеличительное стекло нам дали. Хорошо, перемещаемся с вами в следующую комнату. Это уже будет у нас последнее. Но задание у нас уже выполнено, так что мы можем, в принципе, закончить его. И здесь у нас 3 штучки гулей. Да, комната последняя, поэтому сейчас мы с ними расправляемся и будем отсюда выдавать дёру. Так, опять мне не повезло с ударом. Давайте вот так вот сделаем.
Ну что, последний гуль остался? Да что такое? Что мне не везет-то на стрельбу? Так, мне нужно подобрать вот он, ящик. Ага, Радин и уличное стекло. Все, ребята, наверное, мы на этом миссию покидаем эту. Мне очень хочется посмотреть, что нам достанется в этом ланчбоксе. Вернуться в убежище. Сколько он попросит за возвращение ядер колы? Наверное, штучки две или одну. Одну. Да, доходим мы с вами мгновенно. Подтверждаем. Я не помню, у меня на складе-то место есть, чтобы это все разместить. Есть. Ага, он показывает, что... Ну да, действительно, у нас с едой вообще завал полнейший. Нам нужно... Нам нужно как-то исправлять эту ситуацию, иначе они начнут у меня потихоньку впадать в панику, расстраиваться, ну и в конце концов умирать. Нужно как можно быстрее исправлять это положение с едой. Так, кого бы... Даже поставить некого туда, а? Да чего у меня мало все-таки народу. Так, мои ребята, я смотрю, уже подтянулись сюда. Сейчас они зайдут в убежище. Плюс один. У меня, кстати, вон там стоит барышня, которую надо куда-то приспособить. Так, S1. Я уж забыл, где ты у меня и была-то. Так, а ты у меня кто? Так, давайте ей, наверное, еще... А, пока не можем, надо ее запустить для начала. Ух ты, А плюс 6. То есть она автоматически у меня получается... Кулинар. Давай тогда беги. Будешь нам производить пищу. Иначе ее совсем-совсем мало. Уже практически не хватает людям, чтобы они себя чувствовали сытыми. Давайте ускоряться. 30%. Лишь бы фартануло. Отлично. Может быть, еще разок. Ух, хорошо, хотя бы еду немножко восполнили. Теперь они, ну это буквально на несколько минут. Они потом опять у меня заверещат. Так, комбинезон механика. А у тебя что? Давай-ка вот так поменяем. 1 минута 15 секунд. И все будет на мази. Так, и давай вот тебе вот так сделаем. Обрез, как говорится, в руки. Здесь 0,2, конечно, поменяем. А у тебя что? 5,7. Ну, в принципе, довольно неплохое. Так вот сделаем. Нам здесь нужно, чтобы шмотки были идентичны этой комнате. Если в комнате нужна буковка А, то и шмотки желательно ставить с буковкой А. Вот. Вот так вот оно будет уже лучше. Улучшить можно было бы, если бы у меня были бы крышки. Ну что же, открываем с вами ланчбокс. Что нам достается? Крышек 100. Так, хлам, вот это действительно хлам. Оружие, блин. Стимулятор, ну что такое? И оружие. Ну, 12-15 к урону. Это уже все-таки хорошо. Сфокусированное лазерное ружье. Мы его, естественно, поставим кому-нибудь из таких хороших бойцов. Ага, давайте-ка его вот сюда мы и влепим. И этот боец у нас автоматически становится претендентом на вылазки в пустошь. Туда надо посылать, естественно, мощных, у которых хорошее оружие и хорошая броня. У этого вообще брони нету, поэтому придется ставить то, что у нас хотя бы есть. Так, у этой барышни есть. Ну и все. На данный момент они вроде бы как у меня все одеты. Погоди, погоди, погоди. Вы решили поменяться? Мне это что-то не особо устраивает. Хотя, оно того стоит. Ребята, у этой А4 идет, а у того всего А1. Так что выгоднее нам так сделать было. Ну что, я думаю, наверное, может быть еще разочек сделать одну вылазку. Что у нас здесь? Надо брать по времени, чтобы не особо много занимало. Так, первый рубеж. Это нам... Хотя можно первый рубеж, да? Всего лишь 2 часа. Для меня это самое то.
Я думаю, что ядерколы они возьмут за доставку всего лишь одну. Да, одну штуку они берут. Так, забираем тогда мы с вами антирадин и стимпаки возьмем. Ну, все забирать, наверное, не будем. Оставим парочку. Вот так вот. И теперь нужно собрать команду. Так, Тимати у нас пойдет. И где-то у меня здесь барышня-то наша. Вот он. Нет, не она, по-моему, или... Да фиг-то с ним. По уровню главное подходит. Как говорится, и ладно. Поехали. Первый рубеж. Здесь мы с вами получаем броник за прохождение этой вылазки. Ну давай, 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 загрузка, не томи. Помочь заблудившемуся поселенцу. Я надеюсь, этот поселенец хотя бы ко мне придет на базу. Мне бы этого очень сильно хотелось. Потому что народу не хватает, сами прекрасно видели. Хотя с едой тоже у нас запары. Ну что, вроде бы как и все. Хочется животину, кстати, мне себе какую-нибудь завести. Так, ну в первой комнате, как мы видим, ничего у нас обычно не происходит. Так что давайте с вами разведывать полностью. Опять у нас тут гули. Ну, на этот раз уже... Черт, у девчонки, конечно, ружбайка это вообще никуда не годится. Эти-то ребята еще более-менее шуршат. Смотрите, все, гули упали. Давайте лутать. Так, два стимпака, два антирадина. А на уровень у меня получает 10-й. И это уже хорошо. Кстати, ребята, если у вашего персонажа очень мало жизни, но у нее есть уровень, то когда вы его нажимаете, то у нее автоматически пополняются все хпшки. Как бы это на будущее, если кто не знает, чтобы знали. И у нас, смотрите, ребята, рейдеры. В первый раз мы с вами встречаем рейдеров. Но, как мы можем видеть, они довольно легкие и ватные. Разберем сейчас их только шорох. Все, готовы. И лутаем. Опять же, два стимпака, крышки. Крышки это самое ценное сейчас в данный момент для нас. Мы за них с вами будем приобретать новые здания. Так, еще крышки. Новые здания. Потом там, я уже не помню, для чего они еще нужны. Для покупки рецептов, хлама всякого. По-моему, если я не ошибаюсь. Ух ты, ждали меня здесь, засаду устроили. Не тут-то было, полегли сразу архаровцы. Так, последний рейдер там у нас стоит, где-то ныкается. Сейчас мы его быстренько распечатаем. Все. Джекпот. Да какой же это джекпот? Какая-то машинка нам. Причем из ряда хлама. 20 уровень у меня получает чувак. И это, кстати, самый-самый высокоуровневый персонаж у меня в игре. Больше пока таких нету. По-моему, максимальный там еще 11-й. Ну, ты подумайте сами, да? 20-й и 11-й. Разница налицо. Так, переезжаем с вами сюда. Кто здесь? Надо же... Ага. Я уж думал, тишина. Но не тут-то было. Крота-крысы нас тут поджидали. Все, один остался. Ну, согласитесь, довольно легкие уровни идут. Потом будут уровни с боссами, ребята. И боссы будут с каждым разом все сложнее и сложнее по уровню тому, как мы будем развиваться. Так, винтовка Гаусса. Так, вот твой уровень. Все, он получает у меня 8-й. Двигаемся с вами дальше. Здесь тишина, ничего нету, да? А нет, есть, есть. Изолента. Ребята, эти все материалы там, изолента, бейсбольные там перчатки, это все у нас идет для крафта. Мы будем здесь с вами крафтить оружие, но это когда приобретем определенное здание. Нужно точно сюда. Ну, раз нужно, тогда пойдем. Последняя комната у нас здесь осталась. Сейчас мы ее проверим. Ага, слава богу. А мне уже показалось, что мой сигнал никто не услышит. На нас напали рейдеры. Эту банду еще ни разу не приходилось видеть. Они говорили про какую-то вещь под названием суперкубок. И они схватили мою сестру. Пожалуйста, помогите ей. Так, вот это. Ты знаешь, куда они пошли? Они направлялись к одному зданию неподалеку. Кажется, они что-то искали. И мы получаем с вами, ребята, броню. Первый рубеж пройден у нас. Ну что же, можно, наверное, в принципе, это местечко и покидать.
Слушайте, давайте мы, наверное, оденем. Хотя, подождите, у меня, по-моему, у девчонки слабая броня, да? А она даже носить его не может, потому что по уровню он ей не подходит. Тогда придется ему ставить. Чувак, фанат американского футбола. Так, ну, а тебе, наверное, мы наденем вот так вот. Все. Как ты думаешь, мы еще вернемся в убежище? Конечно, вернемся. Мы уже туда идем. Так, ну вот и лут. 306 крыжек мы с вами получили. Мало, конечно, этого. Но лучше так, чем никак. Как же долго эта загрузка идет, а? Так, давайте мгновенно мы с вами дойдем. Потратим с вами одну ядерколу. Хотя тут идти-то меньше часа. Нет, все-таки мы используем с вами ядерколу. Неохота мне слишком долго ждать. Ну, вот мы и пришли. Блин, да елки-палки. Ну, давайте тогда продавать лишний всякий хлам. Так, будильник вообще нужен, он не нужен, я даже не знаю. Это мы оставим, а вот это все продадим. Собрать. Ага, показывает, что он перегружен. Склад мой. Ё-моё, опять у меня с едой проблемы. Ну что ж такое-то, а? Так, уровень получается 7-й. У меня персонажик. А барышня, я так понял, это все-таки ко мне не придет. Жаль, конечно, очень жаль. Прячется, смотрите, а, охламон. Я его просек. Так, 77 крышек мы еще с него получили. Кстати, я насколько помню, он может даже залутать сразу же, по-моему, 5000 крышек. Ну, это называется крыжечный дождь. Так, ладно, все, ребята, пускай. Нет, эти у меня, по-моему, по энергии, если не ошибаюсь, да? С4. Да, он у меня как раз должен вырабатывать энергию. Ну куда он там уехал-то? Давай, иди сюда. Разгулялся. Вот сюда пойдешь. Отправить в подходящие комнаты 15 жителей. А, ну понял я. То есть, если житель подходит под эту комнату, и мы его туда ставим, то мы зарабатываем очко. Так, а ты у меня... Да оставайся, в принципе, здесь. А3 это тоже неплохо. Здесь у нас П и Е. Как-то не ахти, да, ребята? Ага, стоит. Ну, пускай лучше на электричество будет. А здесь у нас С4. С4, если я не ошибаюсь... Ага, нет, здесь П. Здесь П у нас идет. Так. Давайте, наверное, с вами улучшим столовку. Плюс 4. Да и фиг с ним. По крайней мере, хоть что-то будет побольше. Так, 26 единиц еды будет теперь у нас производиться. Интересно, а сколько у меня вообще тратится вот на, в данный момент на моих жителей? Ё-моё. Пожар еще. Давайте, бегите, тушите. Вот поэтому, ребята, и нужно, чтобы в каждой комнате был хотя бы по... Оу, разошелся огонек. Поэтому нужно, чтобы в каждой комнате находился хотя бы один персонаж. Это снизит все-таки процент вот таких вот несчастных случаев. Потому что здесь пожар, могут вылезти тараканы, эти круто крысы и так далее. Ладно, здесь мы справились. Остался только лишь один этаж. Ну я не понимаю, ну три чувака не могут погасить пожар. Ну что вы такие ватные? А, еще и здесь горит, но он тут один. Давайте-ка вот так мы подхилим маленько. А с какого перепуга у меня наверху ходит чувак? Причем без дела. Вот это меня интересует. Просто, ах, он даже не наверху, он просто вообще ходит. Не при делах, типа. Так, ну что у нас тут? Она здесь, на месте. Нам нужно с характеристикой буквы А. Но таких персонажей нету. Все самые лучшие сидят уже на своих местах. Ну что, ты не можешь уже затушить-то, что ли? Давайте, девчонки, возвращаемся. Родин получили. Так, я ничего не могу сделать, не посмотреть, пока у нас не потушат пожар. Эту подхилить надо обязательно, уже пол хп у нее потратилось, пока она тушила пожары эти.
226 крышек. И, кстати, у нас 11 ядер колы. Можно с вами сделать задание. 3 часа 30 минут. Восхитительно опасный след. Веролом. 10 часов. 10 часов там наверняка очень много он затребует, да? 5 ядер колы. Да и персонажа у меня нету, которого можно было отправить. Ну что, тогда давайте вот это, наверное, восхитительно опасный след. Давайте выставлять своих же зондеркоманд, которые у нас были. Будут теперь постоянно у меня ходить по рейдам. Так, забираем все. И здесь тоже. Давайте 2 ядер колы всего потратить. Я думаю, что это для нас пустяки. Чем мы будем сейчас с вами 3 часа ждать это дело. И приступаем к выполнению этого задания. Выследить брюхана. Вот честно говоря, я не помню, кто такой брюхан. Здесь у нас пусто и тихо. Следующая комната. Ага, рейдер стоит. Глупцы, брюхана не остановить. Он убил всех моих людей. Это был настоящий водоворот из когтей, крошек от кекса и смертоубийства. Когда я его видел, он терзал Солсбери стейк, и капли подливки летели во все стороны. Хотите найти брюхана? Просто идите по следу из подливки. Отдай нам свое оружие. А не, давайте броню возьмем лучше у нее. Нам нужна твоя лучшая броня, иначе нам не победить брюхана. Даст? Нет? Ладно. Но это все равно вам не поможет. Ух ты, какая хорошая бронька. Я думал, это рейдер, а это вообще какой-то обычный житель. Грязь мне уже под кожу просачивается. Так, дайте-ка я надену вот эту вот. Нифига она смотрится у меня как шикарно. Это костюм напоминает мне чем-то, как вот это братство стали-то носили в свое время. И тут у нас тараканы. Ну, босса я даже не заметил, его сразу почему-то мы снесли. Нет, этой девчонке нужно однозначно поменять оружие. Она с этим дробовиком вообще не смотрится. Так, получили оружие мы с вами. Давайте-ка сравним. Ну, конечно, лучше ржавый лазерный пистолет, чем ее на эту пукалку. Так, идем в следующую комнату. Лутаем, изоленту получаем. И поднимаемся с вами на лифте выше. Ага, тараканы, да? А, ты смотри-ка, уже рад скорпионы. Как-то я помню, ребятушки, когда я играл еще на мобиле в эту игру. Вот этот вот радиоактивный скорпион. Здесь, я так понимаю, он обычный. А потом они еще будут со супервозможностями. Каким-то там излучением. Ну, в общем, я, честно говоря, сейчас не помню. Но знаю, что у них будут еще спецвозможности у каждого босса. Так давайте лутать здесь. Когда все закончится, буду ходить к психотерапевту до самой смерти. Типа его это шокировало все. Машинка. Получена нами. Так, ладно, идем с вами дальше. Ну и кто здесь? Ну, здесь тараканы. Это ерунда. Я не понимаю, почему они сразу все разбегаются по разным углам. Не чтобы зашли, увидели, стали сразу строчить. Нет, им надо куда-то обязательно побежать. Так, дальше поднимаемся с вами еще выше. Все выше и выше и выше, как говорится, в поднебесную. Ну и кто здесь? Тараканы. Да, тараканы. Просто уже хочется, чтобы мы, как только зашли, по выстрелу сделали и враг побежден. Чтобы слишком долго не терять времени на этом. Так, замечательно. О, курточка. По-моему, для врача, если не ошибаюсь. Да что такое, вы будете в каждой комнате теперь появляться. Это нам пригодится. Да, это нам пригодится, это точно. Так вот сделаем, потому что они уже, как видите, страдают от радиации. А радиация у нас заражает и скорпионы, и гули. Ну и радиоактивные, конечно же, тараканы. А здесь у нас кто? Да что ж такое-то? Ага, теперь крыса-кроты.
По-моему, так их звать. Я, честно говоря, точно не помню. Слушайте, а как-то же можно, я помню, наводить персонажами цель именно на врага, которого ты хочешь стрелять. Потому что есть такие миссии, ты появляешься, и там выходит босс. А рядом с ним его, как говорится, приспешники. И чтобы время зря не терять, просто Брюхан был здесь. Он убил кучу рейдеров, а потом прыгнул в чан с клюквенным соусом Бланко. Что они несут? Столько клюквы и столько крови. О чем ты, братишка? Вы хотите его выследить? Ну, вы знаете, что для этого нужно. Так, что нам для этого нужно? Давай-ка мы его к себе в убежище заберем. У тебя больше ничего не осталось. Может, начнешь новую жизнь в убежище? Естественно, в моем. Спасибо, я буду примерным жителем убежища, клянусь. И мы получаем с вами одежду пилигрима. Ого, совершенно обычный вопрос. Так, и здесь у нас, ага, опять таракан. А, нет. Эти чудики, назовем их крысами. Надоело мне уже назвать их кротами. Так, шмальнем. Готов. Шкафчик, нам дали пряжу. В принципе, задание-то мы основное с вами выполнили. Теперь можно будет дойти эти комнатки, допройти и возвращаться к себе. Да что ж так, опять скорпионы, а? Так, я не знаю, ребят, вы мне, кстати, напишите в комментариях. Может быть, вот эти вот походы рейдерские не комментировать, а как бы на ускоренном их проходить. В общем, напишите, как вы скажете, так я и буду делать. Так, забираем изоленту. Ну, на ускоренном я имею в виду, чтобы я буду их проходить, потом просто при монтаже на ускоренном действии это как проматывать. Ну, естественно, там уже комментариев не будет, потому что иначе там будет так все быстро говорится, что ничего не поймешь. Наложим просто музычку, да и все. Ну, давайте, бомбите. Так, отлично, все. Изолента. Сколько изоленты я уже насобирал, а? И последняя, я надеюсь, комната у нас здесь. Хотя нифига не последняя. О, тут хорошая броня. Это, по-моему, боевая, если не ошибаюсь, да? А, военная, военная, вот. Ну, давайте оденем. О, теперь у нас как вояка. Все, это уже точно последняя комната. Вышли у нас здесь тараканы. И сразу же полегли. Машинка. Ну что, все комнаты пройдены? Да, все. Можно на этом и завершать нашу вылазку. Так, я, кстати, и не понял, где здесь Брюхан. Но зато у нас появится с вами новый житель. А это хорошо, потому что они нам очень нужны сейчас сильно. Нехватка, как говорится, рук очень все портит здесь. Дойти мгновенно. Сколько? 1 час 44 минуты. Ладно, этим мы сейчас займемся. Для начала нам нужно кое-что посмотреть на складе. Опять он верещит, что мало места ему, блин. Хотя, как я посмотрю, у меня не так уж и завалено-то все, да, если честно. Так, продадим все. Ну, эти ружья у нас слабенькие, поэтому можно было их спокойно продавать. А здесь мы продадим, наверное, с вами всю вот эту вот никчемную зелень. Ее за разные прохождения будет еще, знаете, сколько? Ого-го! Так, кожаная броня. И вот это вот ружьишко. Да, продадим. Ну что, я надеюсь, этого хватит. Или опять он там будет стонать. 0,3. Ну что такое, мало пищи. Ай, не с одним, так с другим проблемы, а? Постоянно. И это будет, ребята, на протяжении всей игры. Мы будем бороться за выживание. А когда на наше убежище будет нападение, и в этот момент, например, не будет хватать еды или еще чем-то, это будет просто финиш. Потому что во время нападения они не производят ни пищу, ни воду, ни электричество. Так, эти у меня ребята возвращаются. Может быть, их вернуть уже? Вроде бы как все подчистил. На складе вроде место есть. Так что, думаю, оно того стоит. Все,
еды пока хватает. Давайте мгновенно дойдем. Всего лишь одну ядерколу потратим. Ну, там есть задание, где мы можем с вами еще заработать. Так. Да можно, наверное... О, мы с вами еще и рецепт получили. Ну, это хорошо. Так, а это у нас не продается. Это у нас редкие. Короче, синие — это редкие предметы, а зеленые — это обычные. Так, продать обычные предметы. Тут у нас еще, блин, костюмы. Хорошо. Не понял. Собирать. Улучшенный комбинезон механика. А5. Это, кстати, хорошо. И мы, кстати, получили с вами одну ядерколу за выполненное задание. Дайте-ка мне заглянуть сюда. Вот она. Это очень хорошо. И, кстати, мы еще 3 штуки заработаем, когда отправим в подходящие комнаты 15 жителей. Парнишка, ты что-то слишком долго ходишь и никак не можешь вырасти. У меня в Хастл то быстрее люди достигают совершеннолетия, чем ты тут ходишь. Так, где этот охламон появился, а? Я же слышал звук. Но его не могу никак увидеть. Исчез. Все, проворонил я. Так, еда. Забираем. И вот он, наш новый житель. У него что за костюмчик-то, кстати? Для какой, интересно, комнатки? Сейчас мы, ребята, он зайдет ко мне, и мы посмотрим. Антирадинчик. Нам пригодится. Куда, куда ты побежал? А, вот, все. Ну-ка. P2, L1. Так, а у тебя S3. Тебе надо на электрическую базу. Вот так. S+6. Так, S+2. В общей сложности S+4 становится. Я вот не помню вот это вот S+2, S+4. Сколько там максимум нужно, чтобы 100% производительность была? Все, местечек больше здесь нету. Вот сюда иди. Уровень 7 получает персонаж у меня. Так, а ты пойдешь вот сюда. S9, это неплохо. Это очень даже хорошо, я так сказал. Так, Грегори Крафорд. 85% счастья у него. А в общей сложности у меня 91% по всей моей базе. Так, ресторан я... комната полностью улучшена. Ну, потому что она, ребята, маленькая, поэтому вот так вот все получается. Энергоустановка. 1500 крыжек, а у нас 2600. Ну, с крышками пока вроде бы хорошо все идет. Поэтому предлагаю построить еще одну столовку. Так, сколько здесь? Да, построим все 3 комнаты. Вот так вот. И мы... Достижение какое-то. Кафе быстрого питания. Достижение мы открыли. Так, А28... А у меня нету комбинезонов на буковку А. А+2. Ну фиг с ним, пускай сидит пока. Так, что еще можно сделать? Можно сделать вылазку еще одну очередную. Ядерколы у нас 9 штук. Так. Можем улучшить. И будет уже 66 энергии выдавать у нас электростанция. И 30 секунд осталось ждать. 500. Ну все, вроде бы электричеством мы себя сейчас хорошо подкрепили. С ним не должно быть проблем. Поэтому можно будет где-то собирать крышки и строить уже какие-нибудь новенькие здания. Так, давайте-ка посмотрим еще одну вылазку. Кто разрежет индейку? Так, здесь последний шанс набить брюхо. 8 часов 20 минут, тут 5 часов 20 минут. Так, и у меня для этого задания как раз есть мои персонажи. Ну, как я вам и говорил, они у меня будут основные по вылазкам. Потом нам еще придется собирать, по-моему, 2 команды. Самое максимальное здесь, по-моему, 3
рейда можно делать сразу же, за раз. Подтверждаем и прибываем. Последний шанс набить брюхо. Так у нас называется миссия. Ну давай, давай, загрузка. Ну не томи, ну что ты так долго там рассчитываешь? Убить брюхана. Ага, вот оно значит как. Наконец-то мы, наверное, с вами увидим, что это за брюхан, который любит сладкое, который возюкается вечно в какой-то подливе. Так, а это кто? Я уже давно жду вашего прихода. Я доктор Дотинг. Я создала брюхана. Я встроила в ДНК существо пустоши гена, вызывающий постоянную тягу к пище, наполненной консервантами. Зачем? Ради науки. Но это была ошибка, вам нужно ее исправить, положить конец этому безумию. И что же нам с вами выбрать? Док, можешь снабдить нас оружием? Можешь отдашь нам то, что сделала в ходе других экспериментов? У тебя есть то, что защитит нас от брюхана. Слушайте, я думаю, что, наверное, лучше второе взять. Ага, и что ты нам дашь? Вот, а теперь идите вниз, там гнездо брюхана. Ух ты, да ну, не может быть. Нам дали животину, что ли? Плюшевый мишка. Так, я в это не верю, ребята. Нужно проверить. Вероятность появления незнакомца на 2,5 увеличена. Замечательно. А незнакомец, ребята, это который у меня в убежище, который нам дает крышки. Так, мы получаем здесь машинку. Здесь тишина, как ни странно. В общем, мы идем с вами вниз убить брюхана. Мне просто очень интересно, кто это вообще такой, что за брюхан? Наверное, какой-нибудь таракан. Они же там обычно... Так, кто здесь? Или какой-нибудь гигантский вот этот вот крыс. Одну из двух, короче. Ну, кошка нам здесь, если честно говоря, не особо пригодится. Ее надо, наверное, держать в этом. Броник мы получили с вами неплохой. Ее нужно держать. Давайте-ка, наверное, наденем боевую броню. С. Да, они практически по параметрам одинаковые там. Плюс-минус другой параметр. Это, я имею в виду, что кошку надо держать в убежище. От нее там будет больше толку. Хотя, в принципе, когда я на вылазках, какой толк от этого незнакомца, да? А так, хотя бы для красоты она с нами будет ходить. И немножко как бы разбавлять нашу скучную компанию. Так, что это тут у нас? А у нас тут ружбайки всякие и обрезы. Опять, ага, крысы. Так, отлично жарят. Блин, ну почему вот эта девчонка, блин, доктор, не пойдет ко мне в убежище, а? Так бы хотелось бы. Ну, так, пряжа. Ух ты. И еще одну рубашку с боевой раскраской мы получаем. Так, что у нас тут? Ага, опять крыса. Ну, я чувствую, что точно брюхан это будет крыса. Потому что здесь даже тараканов этих нету. Ну не гуль же, елки-палки, в самом-то деле. Слушай, барышня, у тебя уже очень мало хп. И дерешься ты... А, ну все, сейчас мы ей уровень поднимем. Ага! Вот оно, кто у нас брюхан. Это же этот, коготь смерти. Да-да, ребята, это именно он. Кстати, вот в нападениях на убежище они будут участвовать. И там довольно жесткие они. Ух ты! Опять получаем какую-то животину. Ну, сегодня просто удачный у нас рейд, ребята. И последняя комнатка. Ага, последняя. Как же. Губежки раскатил. У нас еще один уровень есть. Так, давайте посмотрим, что это за здоровье плюс 65%. Ну, это очень даже неплохо. Это, я бы сказал, даже очень хорошо. 65%. Это, считай... Половина хп, чуть-чуть даже побольше. Считай, двойное хп у него будет. Так, и здесь у нас тараканий босс появился. Все, сдохли они все. Так, здесь можно немножко полутать. Ага, крышки.
Ну, маловато. Сойдет, говорит, сойдет. И опять же, наверное, тараканы. Ну, это у нас последняя комната. Сейчас мы ее зачищаем и будем возвращаться уже к себе в убежище. Ну, давайте последнего таракана уже пришлепните. Ёлки-палки, его можно раздавить просто ногой. Нет, они тут терепунькаются. Все, готов. Забираем. Так, 10 уровень получает. Так, еще одна боевая броня. И ружбайка. Круто! Ну, не особо. Так, возвращаемся мы с вами, наверное. Да, все комнаты облазены. Так что со спокойной душой и с чистой совестью идем обратно. Сколько он потребует у нас за быстрое, как говорится, перемещение к базе? Наверное, я думаю, одну. А, две. Ладно, пускай две. Слушайте, ну здесь мы налутали прикольно. Даже, как говорится, собрать много чего не сможем. Ладно, вот так сделаем. Да что ты, ты заколебал меня уже со своей пищей, вот честно тебе скажу. Блин, надо что-то делать, ребят, ну это уже достало на самом деле, вот эта вот нехватка еды. Помещение как бы у меня построено, но с людьми вообще напряженка. Я не знаю, хоть отправлять дальше размножаться этих ребят всех. Давай иди на электростанцию, ты у меня тоже отсюда же. И этот парнишка тоже отсюда. Блин, ну этот мне нравится, ротвейлер. Прикольно сделан песик. По крайней мере, два животных у нас уже есть. Так, что нам тут поставить-то? Столовки у нас есть. Медпункт есть, лаборатория есть. Это все есть. Комната с тренажерами. 600 крышек стоит. С тренажерами. Развивает силу. В принципе, нужно будет нам обязательно поставить. Но опять же, кого нам туда отправлять тренироваться, если у нас нет народу? Так, давайте, наверное, мы с вами возьмем, кто разрежет индейку. Или двероловом. 10 часов, блин. И то слишком много по времени. Согласитесь, слишком долго. И ядерколы у нас всего 4. Это однозначно не хватит нам по-быстренькому добежать. Так, еда. Можно, в принципе, как сделать? Так, давайте мы... Ага, вторая лига. 3 часа. Время ограничено. Подготовка королей пещер. Занимательная ботаника. Испытание игрового шоу. 14 часов, блин, нифига. Испытание игрового шоу. Конспирация, прокладывая путь пресса. Сигнал не заглушить. Обалдеть, задание у нас тут еще целая-целая тьма. Давайте, наверное, все-таки, кто разрежет индейку? Спасти повара. Ага, тут один. Ну что ж, давайте тогда выберем, наверное, самого мощного. Это вот этот у нас. Че такое? Ах ты, елки-палки. Здесь нужен костюм пилигрима. Хорошо, что мы сделали это задание, и у нас... костюмчик этот есть. Вот он. Давайте тогда мы с него снимем. Так, как его снять-то? А, если только поменять на другую броню. Да, вот так мы сделаем. Так, 6-й уровень здесь получен у нас. И уже на отправке на задание мы сейчас ему этот костюмчик-то как раз и оденем. Странно, почему он там будет один у меня ходить? Значит, наверное, ничего сложного там не будет, надеюсь я. И собачка эта как раз ему пригодится. Ух, 5. Нет, давайте мы, наверное, с вами... А у нас и не хватит, по-моему, да, 4. Точно, не хватает. Тогда пускай он у нас, наверное, отправляется своим ходом. Кто разрежет индейку? Он и разрежет, елки-палки, кто еще-то? Так, ну а мы пока с вами займемся нашей базилкой. Я вот думаю, все-таки стоит нам популяцию увеличивать за счет размножения жителей или нет? С. Сюда нужно С. У меня есть такие, у которых буковка С выше всех.
пока не вижу. Ага, вот Джереми. Вот этот парнишка здесь не должен стоять. Вот сюда его. Ну что там опять, а? Так, тараканы прибежали. По две чашки выпивали. Ну? Что же вы не можете с этим тараканом справиться? Когда мы в рейд выходим, да, они там на выстрел. Здесь же по ним шмалять приходится, елки-палки. Так, забираем водичку. Блин, с водой, кстати, тоже пошли определенные заморочки. Довольно быстро она стала заканчиваться. Так, давайте-ка тут посмотрим. Есть, нету у нас, ребята, больше с буковкой С, только вот этот. Но он у нас, как говорится, ушел в путешествие. Причем он на 100% довольный жизнью. Так правильно, самый мощный. Еще бы ему недовольным быть, бегать по рейдам, зарабатывать себе бабло. Зарабатывать нам крышки. Так. Нет, ни на йоту не уменьшилось, так и осталось 5. Видите, ребята, я не могу в данный момент отправить 2 ходки. А почему не могу? Потому что здесь нужно, вот смотрите, 30 жителей, чтобы я мог выполнять 2 задания одновременно. А максимально, по-моему, 3, если не ошибаюсь. Так, ну что? Что мы можем еще сделать? Давай ускоримся. Пища нам нужна. Ага, замечательно. Что там? Кто работает, тот счастлив. Это точно. Достижение у нас такое. И еще успех. 490 крыжек. Этого еще пока мало. Так, давайте здесь маленько крутанем. Да хорош. Ну что ты вытворяешь, а? Пожар. Смотри, смотри, смотри. Кошара, кошара-то побежал. Боится огня. Текать. Интересно, куда он там убежит? Так, ну, а эти все, знаешь, стоят с невозмутимым видом, тушат пожар. Кошара убежал аж туда, в комнату спрятался. Ну, в принципе, логично, да? Огонь, вода. Конечно, он боится. Правильно сделал, что спрятался. Кстати, а в жилой комнате, я насколько помню, у нас пожара не было и не будет. По-моему, она не горит. Хотя дым вон там со всех щелей почему-то идет. Так, антирадин у нас только что сделался. Блин, вы посмотрите, как пожар быстро сбивает жизнь моих героев. 6-й уровень получил, а? Так, а здесь 18 минут 42 секунды, радиостудия. Но я думаю, что опять же они никого не призовут. Почему-то вообще какой-то шанс призвать нового персонажа очень и очень маленький. Ну что ж, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте мы будем завершать свою серию. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно с вами увидимся в следующем выпуске. И будем с вами выполнять очередные вылазки, очередные миссии в пустоши. Зарабатывать себе новых жителей и ланчбоксы, ну и ядер-колу. А на этом все, всем пока, до скорых встреч.